С целью стабилизации обстановки с аварийностью на пассажирском автотранспорте сотрудники ГИБДД совместно с транспортной инспекцией с 26 по 28 марта проводят операцию «Челнок», в рамках которого осуществляется контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями, осуществляющими иногородние пассажирские перевозки, в частности и водителями автобусов. В рамках операции этого «Челнока» проводим мероприятия, оперативно-правительственные мероприятия по пассажирским перевозкам в связи с тем, что очень часто участились аварии, связанные с которыми не соответствуют требованиям безопасности. Вот на предмет, чтобы ремни безопасности на автобусах, тахографы, чтобы были. Во внимание был взят также пассажирский автотранспорт, в строении которого были внесены изменения в конструкцию. Проверке подлежало техническое состояние автотранспорта. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Абдулнасир Тавбиев выступил к водителям с обращением. Это связано с тем, что некоторые пассажирский транспорт, также и газели, устанавливают газовое оборудование без согласования, без разрешения ГИБДД. Такие автомашины, автобусы будут регистрация аннулирована в связи с тем, что хотелось бы предупредить водителей основного пассажирского транспорта, чтобы они следили за техническим состоянием, а также не меняли конструкцию без разрешения соответствующих органов госавтоинспекции. Как отметили сотрудники ГИБДД, на территории республики регулярно происходят дорожно-транспортные происшествия. Снизить значительное их количество можно, если водители будут соблюдать правила дорожного движения, следить за техническим состоянием автотранспорта. В ходе проведения операции были выявлены около 100 нарушителей. Кроме того, с 28 марта по 8 апреля на территории республики проводится первый этап всероссийского профилактического мероприятия «Внимание, дети». Бика Сулейманова, Расул Гаджиев. Информационная программа «Пульс».